Обращение в приемные политических партий – популярный способ решения юридических и коммунальных проблем. С какими трудностями люди идут за помощью, смотрите в сюжете Дмитрия Антипова. Людмила Гладышева потеряла мужа несколько лет назад. Семейное горе омрачило еще и проблема – юридическая. Для того, чтобы вступить в право наследства недвижимостью, нужно оплачивать услуги нотариуса, стоимость которых оказалась неподъемной для пенсионерки. Муж умер в сентябре 2019 года. Ну и там после пандемии выяснилось, что я должна дача, квартира, три вида акций по 5 штук. Я должна заплатить более 51 тысячи рублей нотариусом. За что? Я была возмущена, раньше с такой проблемой не сталкивалась. 51 тысяча – это такие деньги, больше любой пенсии. В отделении партии Людмиле помогли разобраться в законах и найти решение. Отстоять свои права на собственность в обход грабительских тарифов нотариальных контор помогли через суд. Сама же ситуация спровоцирована недавними изменениями в законодательство о нотариальной деятельности. Люди приходят, звонят, обращаются, когда сложно, так сказать, непосредственно прийти. Оказываем помощь дистанционно. Вопросы самые разные. Вот в последнее время вопросы касались здравоохранения. Не могут получить адекватную помощь люди медицинскую. Мытарство из одной больницы в другую где-то не принимают. В региональном представительстве партии пенсионеров ежедневно принимают избирателей. Вопросы самые разные. Тут проблемы с выдачей пенсии, с лекарствами, с коммуналкой. Обратившимся помогают составить жалобы в нужные инстанции, добиться реакции властей. Дмитрий Антипов, Тарас Тарасов, новости ОТС.